Карачаево-Черкесии стартует первый этап вакцинации от COVID-19. Сегодня в республику поставлена партия вакцин от коронавируса в количестве 200 штук. Речь идет о вакцине «Спутник В», «Спутник 5 ГАМ-КОВИД-ВАК», произведенной научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи. Это уже второе поступление вакцины от коронавирусной инфекции в нашу республику. Первая партия в 42 дозы были привиты медицинские работники. Какие группы риска в приоритете в этот раз и когда ждать массовой иммунизации для всех граждан, расскажет Ахмат Халкечев. Все 200 доз отечественного препарата ГАМ-КОВИД-ВАК уже сегодня распределили по медицинским учреждениям во всех муниципалитетах республики. Препарат требует особых условий перевозки и хранения и доставляется в специальных термоконтейнерах. И в процедурных кабинетах вакцина будет храниться в морозильных камерах при температуре минус 20 градусов. В приоритетных группах для первоочередной иммунизации работники медучреждений, образовательных организаций и сотрудники экстренных служб и правоохранительных структур. До конца года 403 человека у нас будет провакцинировано. Иммунитет он начнет вырабатываться именно вот после 42 дней после проведения вакцинации. Вот уже с начала следующего года, после второго компонента, уже будет вырабатываться постепенно коллективный иммунитет. По всем законам вирусологии считается, что если привито 70% населения, тогда уже вирус перестает быть опасным для населения. По мере поступления вакцины привиться от коронавируса смогут все желающие, у которых нет противопоказаний. А массовая иммунизация населения предположительно начнется уже в январе. К числу противопоказаний медики относят обострение хронических заболеваний, наличие у человека острых респираторных заболеваний и аллергических реакций на компоненты вакцины. Прививаются люди от 18 до 60 лет. Пока такие возрастные ограничения. Вакцинация исключительно добровольная. Люди должны быть информированы. Они могут предварительно записаться к терапевту после осмотра терапевта. И если не выявлено никаких противопоказаний, то можно проводить вакцинацию. После вакцинации под наблюдением врача тоже нужно оставаться какое-то время. Уже тут же записывают на следующую вакцинацию через 21 день. Человек будет знать, когда ему нужно в следующий раз прийти, и приходит на вторую вакцинацию. В самое ближайшее время в республику поступит еще одна партия вакцины от коронавируса, говорят в региональном Минздраве. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.